Всем привет! Вы на канале Tina Grid, и сегодня в этом видео я расскажу вам про 5 важных аспектов, которые я для себя выделила, на которые стоит обратить внимание при пошиве жакета. Я сейчас буду шить свой уже 6-й жакет, и поэтому буду делиться своими личными наблюдениями, на что я точно буду в этот раз обращать внимание, потому что последние 5 попыток были не очень удачны. И в конце вас будет ждать распаковка одного очень интересного девайса, который нам поможет в работе. Но начнем мы не с него, давайте пойдем по порядку. Поставьте лайк этому видео, если вам интересен швейный контент, не забудьте подписаться и давайте начинать. Первое, на что стоит обратить внимание обязательно, это правильно снять свои мерки, правильно определить ростовку вашу, потому что часто у производителей, например, рост 155-160, а у меня рост 160. И далее идет 161-166. И я всегда попадаю вот в этот неловкий момент, когда мне нужно выбрать, мне сделать покороче, либо мне сделать подлиннее. Но часто у многих производителей есть полные замеры для вашего роста и размера, и вы можете сравнить, какой вам точно подойдет, либо можете даже написать производителю. Я думаю, что менеджеры всегда смогут вам помочь с выбором. Я несколько раз попадала в такую неприятную ситуацию при пошиве курток, когда выбирала более низкий рост, в отличие от своего, и у меня были короткие рукава, была короткая сама куртка, и вещь на мне смотрелась несуразно. И здесь же важно обратить внимание на прибавки, потому что фото, которое вы видите на модели на сайте, оно не всегда передает действительность. У модели могут быть другие параметры, не того размера, который на ней надет, поэтому внешне вам может казаться, что все так, как вам нужно, но по факту вы выберете свой размер, а прибавок вам будет недостаточно или наоборот слишком много. Поэтому при выборе размера тоже обращайте на это внимание. Второй аспект, на который необходимо обратить внимание, это выбор выкройки. У меня куплено просто огромное количество выкроек, но из них, из всех, у меня есть прям ограниченное количество, по которым я шью постоянно, потому что они на мне хорошо сидят. Так же, как вы приходите в магазин, вам не все вещи подходят, так же и не все выкройки будут хорошо сидеть. И не всегда их можно скорректировать под себя. Обращайте внимание на те модели, которые вы покупаете в жизни, которые вы носите, которые вы примеряете в магазинах. Если вышел какой-то трендовый жакет, и вам хочется его шить, лучше шейте макет. Так вы поймете, подойдет ли вам эта вещь. Если нет, будет не так жалко денег, потраченных на выкройку, чем потом вы не будете знать, куда этот жакет деть. Он будет у вас висеть в шкафу, вам будет жалко его отдать, потому что потрачено много денег и сил, и вы будете расстроены, потому что жакет вы так и не получили. Поэтому тоже обращайте на этот аспект внимание. И я вам сейчас покажу несколько выкроек, которые мне нравятся, которые являются такой вот базой, по которой можно шить вообще без страха, что эту вещь вы потом никуда не впишете. Третий пункт – это ткань. Это очень важно. Я шила все 5 своих жакетов из разных тканей. И я могу сказать, что из всех из них мне понравилась только одна. И в работе, и в том, как она шьется, и как она носится, и как она выглядит. Большинство моих жакетов так и лежит. Я их не ношу, потому что мне не нравится ткань. Есть ткани, которые очень плохо поддаются утюжке. Но мы знаем, что на жакете есть рукава, есть какие-то выточки, есть такие детали, которые требуют хорошей посадки. И, к сожалению, вот именно ткань часто может испортить вот это впечатление о красивом жакете. Причем я всегда шью комплектами, это всегда юбка и жакет, либо брюки и жакет. Поэтому я могу оценить ткань в работе не только по верху, но и по нижней части комплекта. Я часто получаю комментарии до сих пор на видео с этими костюмами, что я не умею шить, что у меня торчат выточки, я не умею утюжить, что мне надо подружиться с ВТО. Но, к сожалению, есть такие ткани, которые просто никак не поддаются утюжке. И здесь мы говорим не только про низкое качество ткани. Да, она может быть из полиэстера, с большим количеством, да, синтетических нитей, поэтому она не поддается утюжке. Но также я работала с тканями шерстяными, с добавлением шелка,
И она, вот эта ткань настолько сухая была, что просто тоже невозможно ничего с ней сделать. Но здесь сложно дать какую-то конкретную рекомендацию, обращать внимание только на шерстяные ткани или на ткани с определенным составом, или не покупайте вообще синтетические ткани. Нет, лучше, конечно, покупать вживую ткань, смотреть, как она ведет себя в руках, как она сминается, как она по ощущениям вам кажется реагирует и как вам вообще комфортно в ней или нет. Ну и обращайте внимание, если вы хотите заказывать онлайн, то обращайте внимание на советы тех, кто уже шил из этой ткани. Иногда это бывают, конечно, рекламные советы, но обращайте внимание на само изделие. Я думаю, что вы сразу заметите косяки, особенно на брюках, на юбках, где есть выточки, на жакетах в районе плеча всегда будет это видно, поэтому смотрите, не слушайте слепо советы, смотрите на работы других людей. Но тут же я хочу еще добавить, что у нас же не только основная ткань есть, у нас есть подкладка. И сейчас я покупаю только подкладку из 100% вискозы. Несколько раз я экономила, покупала подешевле подкладку. Несколько раз я не могла ждать, мне надо было срочно, я шла в магазин, покупала то, что есть. И все эти жакеты, на которые я поставила подкладки с добавлением синтетики, мне их не хочется носить. Мне в них просто некомфортно. Часто мы надеваем жакеты на какие-то платья открытые, где у нас открыты руки, плечи, спина, шея. Мы надеваем на топы, майки, и большая часть нашего тела контактирует именно с подкладкой. И если вам в этом жакете будет некомфортно, то даю гарантию, он будет висеть в вашем шкафу. Лучше заплатить чуть больше, но шить одну качественную вещь, носить ее с удовольствием, чем сэкономить, шить несколько жакетов, которые вам не нравятся, повесить их в шкафу, смотреть на них, разочаровываться в себе, разочаровываться в своих силах, в своих умениях, думать, что это с вами что-то не так, но на самом деле проблема в ткани. Переходим к четвертому пункту, и здесь мы поговорим про клеевые материалы, которые тоже важно подбирать правильно под ваш тип, плотность вашей ткани основной. Часто к выкройкам есть рекомендации, какие клеевые материалы, какой плотности подходят. Но важно не просто подобрать клеевой материал правильный, дублерин, важно его правильно приклеить. Моя частая проблема была в том, что у меня не было ни парогенератора, у меня не было специального пресса, и я дублировала все обычным бытовым утюгом. И после этого в процессе работы у меня всегда где-то что-то отклеивалось. Всегда мне приходилось подклеивать, но все равно не до конца он фиксировался. Сейчас у меня есть парогенератор, но я им пользуюсь редко. Он, в принципе, тоже хорошо дублирует, но я все-таки отдаю предпочтение термопрессу. У меня он появился недавно. Мне он очень нравится. На нем очень быстро можно продублировать весь отрез, либо продублировать определенные детали. На нем можно установить температуру, время воздействия, и у него есть еще несколько режимов вибрации, которые помогают лучше сцеплять материал. После того, как вы правильно определили свой размер, вы подобрали нужную выкройку, которая вам подходит, вы выбрали качественные ткани, взяли к ним клеевые, продублировали их, что у вас все надежно, вы начали шить, и доходит дело до ВТО. Но помимо того, что нам нужен какой-то утюг с функцией подачи пара, который будет справляться со своей задачей, мне очень сильно не хватало в работе одного девайса, про который я вам сейчас расскажу и покажу его. Это плечевая колодка. Самая большая моя проблема, которая меня всегда раздражала, это именно посадка по окату. Не получался у меня никогда без колодки красивый окат. Вот всегда. Помимо того, что ткани не всегда попадались хорошие, которые, возможно, было после сборки на машинке, да, вот вы знаете, что по окату делается сборка, чтобы присобрать его, придать ему форму. Вот эту вот форму очень тяжело было придать без колодки. И я прям иногда смотрю на свои некоторые жакеты, и мне хочется плакать только потому, что там вот именно рукав все портит. В целом, да, жакет выглядит прилично, но я смотрю на рукава, и я не могу такое носить, потому что он выглядит просто ужасно.
Я вам сейчас покажу свою колодку, мы ее вместе распакуем. Она до сих пор лежит у меня в коробке вместе с жакетом, ждет своего часа, когда я начну шить. А вот она у меня здесь в коробке, моя колодка. Это мастерская портновских колодок. Есть вот такая вот здесь инструкция с правилами по эксплуатации. Эта колодка называется «Силуэт». Я ее неправильно изначально назвала. Сейчас я вам ее открою и покажу, как она выглядит. Как вы можете увидеть, она очень хорошо запакована. Было много защиты. Здесь у нас пленка и снизу, и сверху еще пупырка для того, чтобы не повредить колодку. Колодка сама выполнена из лиственных пород дерева, что очень важно, если у вас вообще нет еще колодок, вы собираетесь покупать, то обращайте внимание, что не должно быть никакой смолы. Вот здесь наполнители, если вы берете какой-то кабанчик, тоже никакой смолы, смоленистых пород дерева, потому что во время работы они будут выделять смолу и запачкают. Здесь у нас лиственная порода дерева, соответственно, здесь никаких проблем быть не может. Сама вот эта платформа, она обтянута хлопком. Как вы можете увидеть, здесь нет никаких заломов, все очень аккуратно. Соответственно, когда вы будете утюжить, когда вы расположите здесь рукав, у вас не будет никаких проблем, никаких вот лишних заломов, которые отпечатаются на вашей ткани. Покажу вам поближе, это мастерская портновских колодок, и вы можете увидеть, что они делают из массива дерева. То есть вот оно все. Они все шлифуют вручную. Очень такая гладкая, блестящая поверхность. То есть не будет никаких заусенец, никаких случайных. Если вы тканью заденете эту колодку, у вас не будет никаких царапин, затяжек и всего прочего, потому что все очень аккуратно нашлифовано. Еще хочу показать вам лайфхак. Вот она стоит вот так, мы утюжим здесь рукав, мы кладем колодку и получаем вот такую небольшую колодочку, на которой за счет высоты очень удобно утюжить выточки, какие-то небольшие детали. И вот смотрите способ применения. Вот наша колодка, мы надеваем на нее рукав, это можно использовать, если вам нужно отутюжить жакет вообще, в принципе, ваш просто не в процессе пошива, а готовый, вы можете использовать ее. Также у меня сейчас, к сожалению, нет, я еще не начала шить жакет. Мы берем просто этот рукав, также мы его сажаем вот сюда и утюжим. И тем самым мы вот здесь придаем правильную форму. Ну, посмотрите, просто я не могу на свой жакет смотреть вот из-за этого ужасного рукава. Просто отвратительная получилась посадка. Я верю, что наконец-то с этой колодкой новый мой жакетик получится уже гораздо лучше. Но опять же, если говорить о том, что можно эту использовать часть не только для того, чтобы утюжить выточки, пожалуйста, вот мой жакет. Здесь есть какие-то вот такие выточки. Можно уложить, да, тоже на этой колодке. Удобно за счет того, что есть высота, и вам, стоя за гладильной доской, будет это удобно делать. Пожалуйста, вот здесь у меня есть вот такая выточка. У меня есть выточка по спинке. Тоже мы ее разложили, отутюжили. И на тех же брюках, на юбках это тоже удобно делать за счет именно вот этой вот высоты. Ну и вот, кстати, еще она достаточно узенькая, вот эта часть. И сюда можно спокойно натянуть рукав. У меня здесь жакет 40 размера, он маленький, самый маленький размер. Модель жакета не объемная, поэтому, смотрите, рукав абсолютно, ну, такой стандартный, не какой-то слишком широкий. И вот эта вот часть, она позволяет нам надеть сюда и отутюжить нашу вот эту даже шлицу на рукаве. Мы работаем не только с верхней одеждой, с жакетами. Вот, пожалуйста, у меня есть рубашка. Это может быть футболка. Вы всегда можете разложить сюда и отутюжить плечевой шов, если у вас еще не втачен рукав. Пожалуйста, разложили, отутюжили. Далее мы здесь утюжим рукав. Мы его вшиваем и точно так же проводим ВТО. Проходимся по окату. И это будет гораздо лучше, чем если вы проведете ВТО без колодки.
Вот такое вот удобное приспособление. Единственный ее минус – это нужно найти для нее место, чтобы хранить. Но если вы шьете много жакетов, много верхней одежды, то я не знаю, как без нее можно жить. Ссылка будет в описании к видео. Если вам нужна такая колодка, то переходите и покупайте. На этом видео подошло к концу. Это были 5 пунктов, на что стоит обратить внимание при пошиве жакета. Это те важные аспекты, которые я для себя выделила, на которые я сейчас всегда обращаю внимание перед пошивом и на которые рекомендую обращать вам. Но если у вас есть какие-то свои дополнения, то обязательно напишите в комментариях. Возможно, у вас гораздо больше опыт, чем у меня, и вы поможете кому-то, и мне в том числе, разобраться с жакетами еще лучше. Ставьте лайк этому видео, если еще этого не сделали. Подписывайтесь и до встречи. Пока-пока.